Вот была у меня ситуация такая, как сейчас помню, то есть такой небольшой eye-opening. Давным-давно еще в школе я жду автобус с одноклассниками, вернее, мы к остановке идем, и мы попали автобус, уехал, и они начинают бомбить, а я типа на похуях стою, просто тупо жду следующий, и меня спрашивают, как бы, ну типа, что ты спокойный такой, что ты улыбаешься, И тогда я понял, зачем вообще существует вот это гопническое выражение, о чем мне плакать, что ли? То есть почему вообще у гопников есть такая... Блядь, вот оно, вот почему говорят, о чем мне плакать, что ли? Ну типа, ну реально, хули ты сделаешь там? Гопническое выражение тебе не должно, это реально надо объяснять, да. Ну типа стоицизм, но такой. Мам, можно мне стоицизм? У нас есть стоицизм дома. Стоицизм дома. А что, мне плакать, что ли?